Добрый день. Здравствуйте. Вы отец Сабины? Да. Очень приятно, очень приятно. Не волнуйтесь, ваша дочь завтра, послезавтра пойдет на занятия. Все нормально. Она, наверное, чуть-чуть переутомилась, ну, устала. В их возрасте это бывает. Она сейчас придет. Папа! Здравствуй, доченька. Приехал. А вот волноваться пока не надо. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Я прошусь отсюда, они не пускают. Выглядишь ты неплохо. Ты тоже. Помолодел. Да. Может, ты влюбился? Говорят, это омолаживает. А как твой жених, орнитолог? Прекрасно. Он в Австралии. Вообще все хорошо. Ты надолго? Нет, не очень. Слушай, Сабина, у меня предложение. Давай до вечера побудем вместе, а? А они? А мы сбежим. Ой, папка. Слушай, ну я же не могу в таком виде. Не проблема. Зайди в магазин, что-то купим. Подожди. Я хочу немножко с дочерью побыть. Мне нужна машина. Встретимся 5 часов у офиса. Хорошо. Пап, что случилось? Почему мы остановились? Послушай, Сабина, как все это с тобой произошло? Я сидела на лекции, потом мне стало душно. Я хотела встать и выйти, но не смогла. А потом, я не помню, очнулась в больнице. Кто тебя научил так говорить? Может, тебя научили, а на самом деле ничего не было? А? Чего молчишь? Тебе заплатили за это, да? Сколько тебе заплатили за это? Говори! Сабина? Сабина? Подожди, Сабина! Я прошу тебя! Садись. Я старый болван. Дочек, милая, дорогая, прошу тебя, извини меня. Прости. Пойми, я же не нарочно. Сабина, с тобой раньше такое случалось? Мне это очень важно знать. Очень важно. Нет, никогда. Что с тобой? Тебе плохо?
Все нормально. Нам, по-моему, пора ехать. Пристегни ремень. Странники, странники, я Геракл. Почему молчите? Мы на Фельдштрассе. Клиент в поле трения. Дайте ему понять, что вы его ведете. Ясно, шеф. Послушай, Сабина, я, наверное, сегодня улечу. Я это уже поняла. Ты всегда была догадливой. Твой парень... Орнитолог, он в Австралии? Да, в Австралии. А ты как? Я смогу только в каникулы. Слушай, запоминай. В город ты доедешь одна, сразу приедешь к дяде Брауну. Помнишь, это на Опельштрассе, в конце? Кафе Сидо. Да. Скажешь ему, что тебе надо в Австралию, поняла? Да. Да. А почему так срочно? Посмотришь кенгуру. Мы от кого-то прячемся? Если ты сделаешь, как я сказал, будешь самая послушная дочь в мире. Чао. Чао. Кафе Сидо. Геракл, мы идем рядом, но в машине только девчонка. Прижмитесь поближе, он мог лечь. За него отвечаете головой. Передай Колгерту, пусть он боится. Пусть он всю жизнь боится.